Ну, я думаю, более патриотично и лучше уже не снять фильмы, которые были сняты большей частью свидетелями войны этой. Мне кажется, эти фильмы наиболее правдоподобные. Это фильмы Шукшина, Бондарчука, ну, такие наши классические фильмы про войну. И как их можно переплюнуть? Это только если вот эти фильмы, вот эти рассказы этих настоящих ветеранов стереть, тогда можно переписывать. Но этого же никто не собирается делать. И если наше руководство будет пропагандировать настоящее и как-то отсекать, не обращать внимания на каких-то там немцев, мало ли что они там снимают. Мы победили, мы самая сильная нация, великая, просто много кому чего от нас так сложилось, хотелось. Все время кто-то хотел у нас что-то отобрать. А сами-то вот поехайте там, да, и вот живите там на севере, да. Все же любят фиесту где-нибудь на берегу моря. Вот. Так что, я думаю, еще лет 10 и вообще просто все сдадутся и будут заказывать визы в Россию.